Отработали без перебоев. Энергосбыть уверяет, что в этом месяце показания электросчетчиков смогли передать все желающие. При этом специалисты отмечают спад звонков. Горожане чаще стали пользоваться сайтом при передаче данных. Тем временем с трудностями столкнулись красноярцы, которые пытались передать данные с водосчетчиков. Дело в том, что в этом месяце дни приема показаний выпали на выходные. Горожане жаловались, что в течение нескольких дней не могли дозвониться до своих обслуживающих компаний. В жилфонде уверяют, что они работали в том же режиме, как и обычно. И с чем связаны жалобы, не пояснили. Однако дополнительный день все же дали. Принимать показания по водосчетчикам будут в течение завтрашнего дня.